прошлым летом у меня была депрессия, я смотрел очень много Максима Каца, я пришел домой, я пришел домой в говно бухой, и я подумал, пора. И я пишу Кацу в Инстаграм, я говорю, привет, я очень люблю ваше творчество, вы помогаете мне жить, вы меня спасаете, вы очень меня вдохновляете. Я приглашаю вас на стендап, вам надо отдохнуть, поэтому приходите, посмеетесь, развеетесь, я вас приглашаю на стендап такого-то числа. Отправил, а утром проснулся и понял, что я не написал, что я комик. То есть он подумал, что я его просто на свидание позвал. Типа, ты много работаешь, тебе надо расслабиться, приходи.